Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Бутусов. Смотрите, какая красота у меня в руках от компании Weltmaster. Сейчас я нахожусь в гостях в Германии, и мне выпала честь демонстрировать инструменты этой фирмы. Фирма Weltmaster обращает внимание на маленьких детишек, чтобы была возможность вовремя привить им любовь к настоящей, хорошей, живой музыке. Поэтому они создали такую модель, детский инструмент. Видите, он весь разрисованный. Это, конечно, эксклюзивный дизайн. Есть и такая же модель в классическом белом, красном, синем цвете. Но это выставочный образец, поэтому вот он такой вот весь красивый, чтобы вы могли понимать, чего можно добиться от фирмы, что можно сделать с вашим заказанным инструментом. Здесь только мажорные аккорды и басовый ряд. Ведь маленькие дети, они любят играть веселую музыку. Поэтому на этом инструменте нет даже минорных аккордов. Но что, в общем-то, не мешает начать освоение этого инструмента. А когда уже ребеночек начинает взрослеть, ему, если это дело нравится, он уже переходит на профессиональный инструмент, там, половиночку, там, перле, например, следующая модель, или модель рубин, ну и так далее, возрастающий. Поэтому вот это самый компактный, самый маленький инструмент, ну и самый, естественно, бюджетный, но уже не игрушка, то есть это не просто игрушка из детского магазина, а это, в принципе, настоящий инструмент, у которого есть ремни, они также регулируются, есть мех, есть даже застежки меха, которые тоже застегиваются красиво. Инструмент можно нести. Он очень легкий, и я думаю, он понравится детишкам. Поэтому фирма Weltmaster на правильном пути, потому что заботится о подрастающем поколении. Ну что ж, спасибо за просмотр. Я желаю, чтобы ваши дети тоже обучались музыке, потому что даже если они не станут профессиональными музыкантами, это им очень сильно поможет в развитии. Это доказано уже научными исследованиями. Всем спасибо, ваш Владимир Бутусов и Weltmaster. Пока.